Ребята, всем привет, с вами как всегда я, Федосов, и сегодня у меня новое видео по Мадау 2, и это рубрика школьника опера. Так, ребята, у меня вот тут школа. Так, надо пока в школу приехать. Сейчас мы пойдем, у нас будет, я только на физкультуру приехал. А я еще где-то Камри помял. Купил Камри я себе вот недавно. Я продал, у меня был Мерседес Кабан. Я продал, поднакопил еще чуть-чуть. И купил Камри у деда. Она такая не битая, не крашена. Я ее там чуть-чуть затюнил, затонировал. Черную крышу поставил, короче, все там с ней сделал. Она была просто такая серая, некрасивая. Мы пока будем переодеваться на физкультуру, но мне не надо переодеваться, просто надо постоять в раздевалке, подождем, пока тут весь класс. О, звонок был, надо бежать быстрее. Даже у нас пацаны что-то не заходили в раздевалку. Так, я пока приостановлю запись. Пока у нас будет проходить урок. Так, все. У нас сейчас должна быть по факту математика, но мы не идем на математику, а идем сейчас. Извините, я болею. А идем сейчас мы Камри. У нас еще. У нас будет еще сегодня этот экскурсия с классом. Просто у нас была военная тема на первом уроке. Я с первого урока уехал. И поэтому вот. Сейчас я вам покажу, где это находится. Вау, гонщик нелегальный. Ай, больно. Я чуть не въехал. Видите, там чел на такой, на тачке. На что способна Камри? Ой, красный свет. Ментов нет, можно проехать. Сейчас покажу, где у нас будет экскурсия. А мы сейчас пока поедем ко мне на работу, там уже покушаем. Короче, вон там у нас чуть-чуть проехать, и там будет ангар военный стоять. Там уже будет... Так, я еду сейчас на разворот, если я могу так развернуться. Но машин, в принципе, нет. Поехали. Ай, блин, там коп был. Ладно, давайте валим. У меня же еще то, что тачка новая. На ней номеров нету. Я после деда их сняла, они у него там дешманские были. О, вон коп едет. А я тут выделываюсь на камрюхе. Как же его обогнать? Так вот и сделаем. Бам. И бам! Все, ребята. Так, мы сейчас едем ко мне на работу. Я вам сейчас покажу, где я еще работаю. И у меня не только Камри, у меня еще и 99-я. Еще завтра мы купим Приору. Ай, как неприятно! И это тоже было неприятно. Хотел боком припарковаться. Ну ладно. Блин. Надо еще двери закрывать. Вот я заболел. Не болейте, всегда лечитесь. Я тоже лечусь пока. Ну, еще кашляю. И горло болит. Так, поэтому... Пойдемте. Пока покушаем. О, пока у нас никого нету на работе. Тогда погнали себе что-нибудь сам скручу. Так. Блин, опять Валера все закрыл. Придется так залезать. Так, вот моя любимая с колбасой. Так, сюда ложим. Ай, блин, больно мне.
О, вот она. Ням-ням-ням. Как вкусно. Так, сколько время сейчас посмотрим? Офигеть! Уже у нас экскурсия в час, а уже 12:49, надо уже быстро ехать. Ой. Да, конечно, колесо у нас торчит. Камри вот с таким красным салоном, вообще кайф. Да и так по себе очень красивая, мне прям понравилась машина. Бам! Ой! А, дверь открыта! Дверь открыта! Так, я вообще... У нас впервые с классом экскурсия. Чего? Это что такое? О, вон одноклассники идут. О, Витька! Витька, привет! Ай, Витька, извини. Я случайно Витьку затаранил. Извиняюсь. Ну все, ребята, экскурсия прошла. Мне не сильно так-то и понравилось. На меня еще преподаватель наорал то, что я не был на математике. И сказала то, что завтра быть в школе. И к директору меня. Но я завтра не приеду в школу. Для меня завтра выходной. Для меня пятница это выходной. Я в четверг только на физру приезжаю. И на первый урок. И дальше уезжаю. Мы еще Камри так неприятно. Камри так неприятно поцарапали. Мустанги полицейские. Так, мы сейчас едем домой. Я ложусь спать. Ай! Я в ментов врезался! Быстрее, валим! Закройся, Камри, нет! Всем пока!